И всем привет, с вами я, Павел Первый, Скорим, и эти миленькие лошадки ослик. Ну, Скорим я преувеличу, но в любом случае, сегодня, точнее вчера вышел, ну, может быть даже не вчера, а позавчера уже будет, ну, неважно. В общем, вышел новенький снапшот на Майнкрафт версии 13v, вроде как 16-й, вот. В общем, этот снапшот принес не так много, но все же эти его изменения очень приятные. Прежде всего мы видим у себя вот этих красивеньких зверюшек, которые столько всего умеют, ну и столько всего нового, глаза аж разбегаются. Даже не знаю, с чего начать. Ну давайте начнем с простого, что ли. Так, у нас добавили, в общем, ковры. Вот такие вот ковры из шерсти, они крафтятся из двух блоков шерсти. Точно так же, как и любые полуплит, то есть внизу два блока шерсти надо поставить. И в итоге мы получаем... Упс. Вот такой вот приятный на вид коврик. Как-то так. Их тут разные цвета всевозможные. Ну, прикольно, в общем, сделано. Вот что я вам скажу. Вот, ну как вы думаете, сразу заметили, добавили лошадок и осликов. О, что-то у нас какая-то прыгучая лошадка. Ну, смотрите, какой богатырский конь. Ну, посмотрите, какой он. Ох, у него столько энергии, он прыгать хочет. Ну, в общем, эти лошади пока не знаю, где будут водиться, но в любом случае их можно будет найти. Изначально они дикие, на них даже можно кататься, правда, они сами ходят. И дикие лошади изначально просто нас сбрасывают. Нам придется приручать ее. Чтобы приручить, надо просто садиться на нее. И в итоге потом она уже сама приручится, эта лошадь. Вот видите, да, сбрасывает она нас. Ну-ка, богатырский конь! Цезарь, ты куда идешь? Или как там его звали? Ну, не знаю, как долго придется приручать, но вообще круто сделано. Тут несколько различных пород мы приручили. Теперь мы можем управлять этой лошадкой. Правда, изначально, как видите, ничего мы сделать не можем без седла. Для этого надо, соответственно, седло лошадиное. Вот крафт я не посмотрел, хотя нет, по-моему, крафта еще, в общем, не обнаружено, это свеженький снапшот. Мы ставим это седло, и все, можем кататься, смотрите, какая лошадка, какая она быстрая, и как она прыгает! На это можно смотреть днями и ночами. Ну, не правда ли красивенько? И, кстати, Майнкрафт мне реально стал меньше лагать, походу много чего оптимизировали. Вот. Еще, кстати, я заметил кнопку выхода из игры в меню, наконец-таки. Вот. Ну, в общем, вот такая вот прикольная вещь. У лошади вообще много чего есть. Тут выход через L-Shift. Так. Давайте, чтобы лошадка никуда не ушла, мы ее прицепим вот сюда. Вот можем правую кнопку мыши нажать, и она с нами идет, как видите. Очень-очень прикольно. Ну иди сюда, твоя скотина! Ладно, не будем грубенько так. И можем ее привязать вот сюда. Все. Лошадка сидит тут. Ну, помимо этого, вместо лошади может вот такой вот ослик. Это же Шрек! Из Шрека, ну точная копия, блин! Вот такой вот ослик, в общем, и как там было написано, может вроде как переносить сундуки. Тоже приручается так же, как и лошадь. То есть мы должны садиться на него. Этот ослик будет злиться. Так. Так, что еще не приручен? А, вот все. Иди сюда. И ослик тоже примерно так же. Ну, посмотрите, как он высоко прыгает. Это высоту в два бока. Ну, видите, круто. И точно так же можно и ослика...
Вот только вот сюда подсадить снизу, давайте сюда. Вот. Так, давайте посмотрим, как с тундуками дело обстоит. О! Сквозь текстурки, что ли? Мне интересно, как сундук-то? Им пользоваться-то надо как-то. Вот это я даже не знаю. Так. Ну, смотри, детишки-ослики, детишки! Ой, какие они няшеньки. Видите, какие-то они слишком тонкие, их, походу, не кормили. Хотя они только родились. Вот. Ну, думаю, как могли заметить, вот такой вот блок сена добавили. Такой же, как дерево, можно ставить вертикально и горизонтально. Вот. Пока крафта нет. Даже названия у него нет. Может, это какой-нибудь пасхальный блок. Так. Что там еще? Вот. С этой брони на... лошади ослов тут есть. Вот, есть железный. Ну, нормально. Малышек не поставишь, конечно. Вот, смотрите, какая у нас лошадка. В железном. А вот ослика. А, на ослика, по-моему, нельзя сет ставить. Да, вроде нельзя. Да. Только на лошадку. На ваш... Ой, крипер, крипер, крипер. Только моих лошадок не трогай. Так. Ну, как вам это продемонстрировать? Блин, это чё, лошадь или осёл? По-моему, осёл. Вау, смотрите, какой конь. Опасненький чувак. Не, круто сделано. Подожди, ты прёшь на колючке. Я тебя спасу. А, нет, нет, нет. Фу. Я спас ту лошадь. Ты дал обязана мне жизнью. Черт возьми. Гоу со мной. Вот, все. Золотой сет, алмазный, думаю, вы видите. Вау, круто выглядит. Все, сиди тут. Веди себя хорошо. Так, а судя по всему, чтобы... Ага, так. Я правильно понял. Окей. Вот такие вот прикольненькие змеи. Вот алмазный сетик тоже. Так, ну и вообще, в общем, остальные изменения... Это изменение с лаунчером. Теперь снапшоты надо качать через него. Но благо у меня есть лицензия, которую где-то давно я выиграл. Ну, может, тут и лицензия тоже не обязательно. В общем, как-то так. Как уняшный ослик. Как видите, все тут очень круто. Будем ждать новых обновлений. Вообще, это... Лошадь взята из одного, на основе одного мода, точнее, сделана. Так, ну, как-то так. Интересно, как все-таки сундуки. С сундуками тут что-то делать, ослов. Ну, как видите, у них там анимации всякие есть. Но я думаю, найдут способ. Так, ладно. В общем, на этом все. С вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.